Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Brawl Stars. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Ребят, спасибо огромное за ваши лайкосики. Давненько, блин, не было Brawl Stars. Дело в том, что, конечно, насчет контента здесь, пока ты докачаешься, пока ты прокачаешь весь... этот Brawl Pass, ты немного уже заколебешься, и он тебе надоест. Но все равно, я не сдаюсь, ребята, хоть я сейчас 46 уровень, это на самом деле маловато. Многие уже там на 50, на 60 уже некоторые прошли давно-давным с помощью доната. Мы с тобой как бы без доната играем, все отлично, и немного подзабили, так как все-таки, блин, остается всего 3 бойца, пацаны, 3 бойца, по факту-то это вообще немного. Ну, посмотрим, вот какой следующий сезон будет, потому что на следующий сезон мне, конечно же, хватит денежек. То есть, видишь, мы с тобой накопили 108 гемов, плюс сейчас мы с тобой тоже соберем, смотри, вон еще плюс 10, там плюс 10, плюс 20, да, плюс 20, офигеть, так что все отлично. На следующий сезон, конечно, нам хватит. Ну давай, конечно, соберем. Ох, вот это вот кристаллики, когда... Так, что же у нас будет на 45 уровне? Ну-ка, давай, дядька, ну, покажи нам. Осталось 3 предмета. 3, блин, у меня всегда было 5, сейчас уже 3. Ой, блин, это получается ничего не выпадет. Нет! Вот тебе и мега-ящик, ребята. Но у меня все схвачено, потому что у меня выпало... Сейчас я тебе покажу. Ох, к нам братишки уже присоединяют. Пусть, кстати, присоединяются братишки. Сейчас мы кого-нибудь позовем, почему бы и нет. Так, кто там? Тут Егорчик, Дарк, Волк. Блин, надо бы еще кого-нибудь взять. Вот, о, Миша, вот, отлично, красавчик, заходи к нам. Короче, ребята, давайте смотреть. Сейчас мы с тобой возьмем персонажа такого интересненького. У меня выпало недавно, совершенно недавно... Би. Выпала звездная сила, медовая броня. Пацаны, Би избегает неминуемой гибели с одним очком здоровья и на миг получает щит один раз за бой. И это очень-очень круто. У меня давно вот эта пассивка, мгновенная перезарядка, но она мне не особо как-то помогает. Хоть я и промахиваюсь, постоянно промахиваюсь, но и второй раз я тоже промахиваюсь. Поэтому пофиг на это. Короче, начинаем, друзья, игру. Мишани, Милки Вей, давайте, ребята, собрались. Главное, чтобы было нормально. Отключился. Господи, шо вы отключаетесь? Ребята, как вы? Как вы можете-то так, а? Ну что же, ребят, ну, начинаем против ММА играть. Так, вроде мы с тобой попали, да? Опа, отлетел. Ну, это понятное дело, что не настоящий. Холдиков тут и аурмов. Очень-очень много, ребята. Прям вообще пп. Так, понятное дело, что я ошибся, к сожалению. Вот, щит. В принципе, меня спас. В принципе, но... к сожалению, тут у нас радиоактивный. Эх ты засранец. Так, ребята, начало неплохое. Блин, такое неплохое начало, реально. Мы же от Тика избавились, блин. Тик. Успокойся, пожалуйста. И от Тика избавились, в принципе, неплохо это получилось. Но видишь, Мортис, блин, конечно, тут нам всю малину-то портит. Да уж. Так, ребята, так, ждем. Давайте аккуратно, ребятки, аккуратно. Сейчас, осторожненько, давай. Красава, поймали, молодцы. Все, я пока их... Ах, Милки Вей, пожалуйста. Надеюсь, тебе удастся это сделать, потому что за тобой Мортис. Да, и Мортис добивает, к сожалению. Так. Мы с тобой немного отписались, но ничего. Так, минус Мортис. 40 секунд остается, ребят. Если честно, это маловато. Так. Так. Давай, я возьму. Так, отлично, новые эти придумываю. Так. Давай, 19.
Какому? Ох, чуваки, я чуть не родил, понимаешь, я чуть не родил. Черт возьми. Красавчики, красавчики. Вот, вот так и надо делать. Так, тихо, тихо, тихо. Да блин, да попаду я сегодня, нет. Красава, красава. Просто камбэк, красавчики, против 600-х кубков. Молодцы. Фу, молодцы, молодцы. Блин, вспоминаю, я вспоминаю отличную команду. Газмясо называлось. Офигеть. Красавчики, молодцы, справились как надо все-таки. Я уж думал, все, провал. После первого гола там они уже на нас так налегали, что это просто пипец какой-то был. Что такое? Так, давайте, пацаны, давайте еще раз то же самое сделаем. Просто вот лучше бы, конечно, еще две катки, чтобы у нас все получилось. Батя, батя. Ну, бате не стыдно проиграть, по идее-то, батя. Батя, батя. Блин, второй удар очень важен так-то, ребят. Вот, видишь, раз и минус. Уже. Раз и минус. Так что надо аккуратным быть. Ай, батя, батя! Блин, один хп так-то вот, вот хорошо бы было на самом деле. Но, ладно, пацаны, давайте, давайте. Хорошее начало и, как я так понимаю, сейчас опять плохой конец, да, будет? Не, конец будет тоже хороший. Хороший конец, плохой. Плохое начало. Так, тихо, 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 тихо. Ладно, ничего, взорвались так взорвались. Ничего страшного. Так, давайте, ребята. У нас просто, можно сказать, два ближника и один я дальник. Потому что, ну, Milky Way, конечно, это норм, но... Вот это самый, блин, крутой гол был. Позорный для врага. Это было очень-очень круто. Молодца. Так, по этой, ладно, стороне сейчас пока не идем. А, батя тут еще у нас. Затесался что-то. Так, звук применился ульты. Это, конечно, не очень прикольно. Сейчас посмотрим, ульта у нас применилась. Нет, ульта не применилась, но звук применился. Вот что самое забавное. Так. Так, норм. Тихо. Вот тут самое прикольное, что заби. Можно просто раз, два, блин. Три калина, все. Красавчики, чуваки. Эти уже не идут, прикиньте, уже все стоят на воротах. Круто, круто. Давайте еще одну каточку. Просто... Развал идет. Харри, ребята, отлично. Развал башки. Давай, 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 дядь. Нормально, нормально играем. Вот, Мортис, старый добрый Мортис. Блин, как же я Мортисов ненавижу. В плане, вот за своего Мортиса я нифига не умею играть. А чужой мне еще больше бесит, потому что скотина, блин. Так, напирают, напирают, гады. Не, ну мы с тобой молодцы, в принципе. Заби, я неплохо играю, потому что тут, я не знаю, тут для нубчика это вообще идеальный просто. Просто, блин, тапаешь, тапаешь, и все отлично, все нормально идет. Так, Milky Way, красавчик. Есть. Какой говнюк, отлично, просто отлично, этот Мортис меня больше всего бесит. Серьезно, он меня бесит больше всего.
Милки Вей. Ох, ты красавчик просто, потому что я, блин, вот из-за этого тапанья просто можно легко забить. Видишь, в чем проблема? Так, напирают, гады, вот в чем проблема-то. Танки еще, блин, эти сраные. Ух, норм. Тут даже зря, походу, пока. Блин, вот нам чуть-чуть не хватает, чтобы забить, пацаны. Блин, вообще чуть-чуть не хватает, боже ты мой. Ладно, сейчас забьем, пацаны. Красава. Просто красава, молодец. Мелкий Вей. Блин, это шикарно, ребят. Вот это мне нравится, серьезно, заби. Круто играть. Все, у них не хватило. У Мортиса, кстати, в принципе, можно было бы так сделать, но давай еще одну. Нифига себе, слушай, у нас как поперло, прям прорвало, я не знаю, одно место. Ты видел вообще это? Офигеть, что вообще, на чего происходить? Давай еще раз, братишка. Так, вот тут уже будет немножечко... Так, Мортиса хотя бы нет, блин. Но Рика... А Рика — это большая заноза в заднице. Честно скажу. Щиточек меня, конечно, спас. С одним хп. Так. Не, на самом деле это крутая штука, но единственный вот за матч, когда всего одна штука, это, блин, это хреново. Очень сильно не нравится мне это. Ох, Милки Вей, аккуратней, блин. Так, мы немного расслабились, ребята. Вот в чем проблема. Сейчас надо... Есть. Ага, вон где. Есть, хорошо. Вообще на изи, в принципе, справляемся. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обоссались, да, мы с тобой? У нас два ближника. У нас будет ультал роза, это все пиши пропало, пацаны. Блин. И она у них есть. Да, еще нас положили всех. Так, ну не время сдаваться, 47 секунд. Время камбэчиться, в принципе. Или нет, ребята, они, конечно, немного, видишь, потрепаны. И наши вообще, у них полный хп, но видишь, в чем проблема? Напирают, гады, блин. Все, пиши пропало, ребята. Вот всегда так. Ладно, ничего страшного, ребят. Надеюсь, вам понравились катки. Мне капец зашли. Неплохо было. До последней каточки. Ладно, ничего страшного. Ребят, не забудьте поставить лайкосик. На этом все. Бай-бай, дорогие братишки.